Вера – это принятие за знание то, что невозможно доказать. Или ты сам в это веришь, или тебе это сказали, или тебе это навязали. Например, что мужчины должны стричь волосы. Это невозможно доказать, почему и зачем. Или что розовый цвет для девочек. Тоже бездоказательное принятие за знание. По сути, то, что тебе нравится, ты принимаешь, в это веришь. И вера может творить чудеса настоящие. Открывать дверь в неизведанное. Просто потому, что ты веришь, принял за знание то, что ты не доказал. И доказать, по сути, невозможно.